Суть этого документа. В Госдуму на рассмотрение внесены законопроекты, разработанные вице-спикером Ириной Яровой. Эти документы предусматривают, в частности, уголовную ответственность за постановку на миграционный учет трудовых мигрантов у юридических лиц, у которых они не осуществляют трудовую деятельность. Меры, которые мы предлагаем, направлены прежде всего на защиту интересов и безопасности граждан России. Перекрыть лазейку для эффективной регистрации ⁇ это значит предотвратить угрозу пребывания на территории России лиц для осуществления в том числе экстремистской и террористической деятельности, приводит интерфакс Слова Яровой и фирмах, то есть там, где они фактически проживать не могут. Напомним, что депутат Ирина Яровая известна тем, что являясь креатурой ФСБ, вносит на рассмотрение российского парламента так называемые антитеррористические законопроекты, которые в итоге добавляют в законодательство нормы, используемые для репрессий в отношении мусульман, в том числе трудовых мигрантов из Центральной Азии.